если группа представляется тебе собранием клоунов, значит, он сам большой клоун. И он должен принимать их выше любой этой фантазии очень серьезно. И не нужно искать другой десятки тоже. Там, где человек находится, куда Творец вызвал его и дал ему там способность расти, пусть остается там и растет. И то, что они представляются ему неисправленными, запутавшимися, несчастными, короче, это все, как сказано, каждый отвергает, отвергающий отвергает в своем недостатке. Если он исправит себя, он увидит их большими. А его эго, пока что, пока он не исправил себя, всегда опускает в его глазах товарищей, что не стоит с ними иметь дело.